Вот Катя пытается что-то мне найти. Нашла жилеточку, но тут же ее прячет. В прошлый раз выкинула все мои вещи. Давай, вопрос, чего там? Где так. Взять? Вот. Увидел. Вот, а мы какого цвета взяли? Цвет. Вот. Мы какого цвета взяли? Надо. Идем за вином? Да. Пробиваем и идем за вином. Давайте. Давайте. У меня внутренняя боязнь, боль, то ли что, я не знаю. За эти бабки вешалку дадут? Приходили, откладывали, ничего не покупали, как бы сейчас. Но тебе цвет такой нравится, да, типа, если мы нормально? Мне нравится. Они все модные. Мы сейчас выпьем пиво и пойдем в шопинг. Короче, цель и задача выполнены. Ну все, мы начинаем наш шоп. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Короче, ребятки, Катя исправляется. Помните, она в прошлый раз выкинула все мои вещи. Так вот, сегодня она и будет... не забирать. Сегодня она не будет подбирать обратно. Сегодня мы пойдем, короче, я, Катя и Джесс закупать шмотки, которые Катя нам посоветовала. Поэтому сейчас я снова иду в торговик, мы там встречаемся и, собственно, новый выпуск. Конечно же, опаздывают. Вот, а я нет. Я не опаздываю, а они опаздывают. Ну ничего страшного, сейчас мы и где-нибудь найдем у входа и, собственно, начнем. Вот. Да нет, хуже некуда, да, я, наверное, даже, в принципе, лупанул бы чего-нибудь покрепче. Вот. Пока жду. Наверное, собственно, я это так и сделаю. Жду Катю, расскажу. Она мне прислала подбор. Ну, типа, как это, не знаю, подбор, короче, вот этих вот там луков, шмоток, короче, и я, конечно, не знаю, как это все будет на мне все смотреться, потому что то ли какая-то у меня внутренняя боязнь, боль, то ли что, я не знаю, короче, вот, но она мне написала этот подбор, я вот сейчас смотрю на вот этих всех там теток толстых, на малолеток вот этих всех, они все модные, на бабушек с дедушками, вот, они, короче, здесь все модные, один я только стою тут, не очень, походу, модненький, и будем сегодня, короче, проверять, как на мне вообще будет смотреться вот этот шмот. Я, конечно, максимально стремаюсь, потому что, ну, у меня это опыт первый такой, вот, чтобы идти и не подбирать все то, что потом впоследствии не подходит, да, там, друг другу, а идти осознанно, да, со стилистом и вот брать то, что там у нас в этом мудборде прописано, вот, поэтому сейчас мы будем, собственно, это все делать. Пока эти мои замечательные Елена с Катей опаздывают, вот я вам решил открыть и поделиться, собственно, с секретиками. Да, все прям вообще здесь, прям все, все очень такие здесь, конечно, модные ходят. Смотрите, куда побежала, знаете, зачем бежит? За пивком бежит. Так, вы думаете, я вру? Нет, так. Короче, так начинается наш прекрасный шопинг с пивасиком. Кто-то у нас захотел забрать заказ, но мы его отбили. Вот. Мы сейчас выпьем пиво и пойдем шопиться. И пойдем на вторым. Поехали. Первую часть выпуска, где мы приходили, откладывали, ничего не покупали, как бы сейчас снова отложили. Не, ну этот сразу берем, да? Да, сразу помнишь. Ты помнишь первую часть выпуска, где мы приходили, набирали, ничего не брали и убегали? А вторую часть мы вообще. Ребята, вам нету двери в Котяна, в Ленина. Короче, мы берем сейчас или откладываем? Мы берем. Мы уже все отложили на кассу. И все, да? Да. Все, вот. Все. А, и в этом выпуске еще какой-то шмот мне. Вот тренчик. Этот
Вот такой тренч. Ну такой интересный цвет у него. Кать, как тебе вот этот цвет? Расскажи про него. Все же, смотри, все же обычно хотят вот тренч, которого, знаешь, вот этого цвета, слоновая кость, да? Да. Как ты к этому относишься? Лучше, ну, идти на поводу у, как бы, такого цвета или нет? Нет, ни в коем случае, потому что же избито, банально, как обыграли во всех рилсах и застебали с этой песней. А, да-да-да, про тренч, да-да-да. А здесь абсолютно благородное сочетание горького чувака. Но тебе цвет такой нравится, да, типа, если мы нормально? Нет, прежде всего, он мне нравится. Ну все, нет, это нет, это. Такой зеленый болот, да, да, он не подошел. Но этот цвет прикольный. Он интересный, он глубокий, и он будет классно сочетаться потом. А почем он? 17. Давай потом. За эти бабки вешалку дадут. Смотрите, мы сейчас пришли снова в All We Need, по-моему, так называется этот магаз, да? О, все, Катя научила. Нет, это не мужской, это женский. И здесь очень классные вешалки. Вот. Мы тогда заметили, что вешалки у них, знаете, плечико такое толстое, удлиненное, с резиночкой наклеенной сверху, и там такие как бы, ну, рисочки, бугорки такие, да? И это, на самом деле, нормальные вешалки найти очень тяжело, поэтому была идея, чтобы All We Need еще начал продавать эти вешалки. Почему они их не продают, непонятно, но кроме классного, прикольного шмота, вон там Лена как раз меряет тренч, и вот, еще вешалки, вот. А это вот Катя, она бежала уже, нет, вернулась, все, вот там тренч. Кать, так есть же уже такая, зачем ты предлагаешь? Это другого цвета. Нас девочек не понять. Так, что там показывала эти какие-то? Расскажи. Про тренчи. Давай, чего там? Так. Увидел. Вот, а мы какого цвета взяли? Цвет. Вот этот вот. Мы какого цвета взяли? Вот почему? Плечко. Почему взяли вот этот? Самый они, благородный, они... черный, банальный. А горький шоколад самый интересный. А вот этот голубой? Он немножко такой грязноватый. Он голубой. Он голубой. Ладно, все. Погнали, да? Значит, еще один образ. Кать, ну говори, какой, я за тебя говорю. Все. Он спорт-кэжуал, абсолютно стопроцентный. И так он прям и вытягивает, угу. И прям интересно сочетает и удобство, комфорт, и такую визуальную, дорогую составляющую бизнес-лука, когда ты идешь в офис. Так что здесь просто супер-комбо. Все, All We Need, love. И ответочка. Угу, все окей. Ну, хочешь так, хочешь вот так, хочешь туда, сюда. All We Need с вас вешалка еще. Кстати, я могу сказать, что вот к этому, на самом деле, футболка как будто... Я жду, пока там происходят какие-то действия. А я сижу на полу и жду. Что еще делать-то? Стоит только сидеть на полу и ждать. Понимаю. Я, на самом деле, просто устал, поэтому я сижу до полу. Привет. Так, где у нас Джесс? Здрасте. Здрасте. Довольны? Конечно. All We Need, спасибо, вы классные. Ты украла вешалку уже? Да. Вешалку дернули. Мне кажется, знаешь, кстати, в чем фишка? Когда покупаешь один бренд, потом очень легко сочетать. Ну, просто ты в него влюбляешься, с ним остаешься. Все, погнали, еще пивка дреснем. Да, опять. Вот Катя пытается что-то мне найти, нашла жилеточку, но тут же ее прячет. Она такая... это как, знаешь, помнишь «Назад в будущее», молодой чувак, который, вот, да, помнишь, с профессором молодой чувак был, вот он, короче, в белых кедах, джинсы, вот такая вот штука. Это 98-й год, Катя. Спасибо. Back to school. Так, сейчас мы что-то попробуем найти здесь. О, прям как у меня почти, с какой-то наклейкой. Ой, вообще, слушай, Мишкины грибы продвигать и в них, знаешь, садиться каждое утро, закидываться ими, надевать эти шортики, короче. Блин, Мишка увидит, убьет. Ну как тебе? Хорошо. Так, а что по футболу? Мы сейчас находимся в Резервет магазин, они его переименовали в РГ. И мы без 15 все взяли. И мы без 15-11 все взяли. Все, класс, короче, вот так получилось. Надо брать, не думать. Надо. Идем за вином? Да. Пробиваем и идем за вином, давайте. Давайте. Супер команда. Все.
цель и задача выполнены. 9 минут до закрытия. Мы все успели. Мне все купили за 15 минут до закрытия. Катюша, как всегда, наш топчик. Спасибо ей большое. Потом посмотрит ролик, будет радоваться. Контакты Кати, как всегда, будут в видео, под описание под видео. Пока. Так, ну что, шел второй час наших похождений. Кать, куда ты нас тащишь? Хватит уже. Уже вот здесь вот, уже там, куда мы идем? А что ты к пиву нас тогда тащишь? Видите, вон туда, надо тащить сумки смотреть, а сама вон туда. Налево. Ворачивай. К 0,5. Ракус к 0,5. Джесс, что там тебе понравилось? То, что Катя сегодня подобрала? Нормально? Все красиво. Ой, как красиво, да?